Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи! Добро пожаловать в Squad Busters! И знаете, ребята, почему у меня очень хорошее настроение, потому что сегодня 28 мая, а завтра 29 мая. Но вы скажете, Робзи, ну и что 29 мая? Ребята, 29 мая Squad Busters выходит в мировой глобальный релиз, то есть новая игра от Supercell завтра стартует во всем мире, и все смогут в нее поиграть, а я, ребята, уже в нее играю. У меня есть телеграм-канале, есть гайд, как скачать ее на iOS и на Android. Если вы хотите сегодня в нее поиграть, ссылка есть в описании. Но, ребята, если вы ее еще не скачивали, завтра у игры глобальный релиз, и я продолжаю фармить, я продолжаю развиваться. Вы можете это видеть по моему отряду. У меня в прошлой серии было 9 трехзвездочных героев, а сегодня, ребята, посчитайте, 1, 2, 3, 4, 12, 13 это королева, и прямо сейчас в магазине, ребята, я куплю себе вот эту, ребята, цыпочку, точнее, несколько цыплят, и у нас будет сегодня уже 14 героев на третьем уровне. 14, вы представляете, смотрите, вот так, новая эволюция курицы, и у нас получается супер курица, дает больше ботинок турбо. Интересно, погнали, у нас еще и курица апнулась. Ну, слушайте, я продолжаю прокачивать. У меня уже за 57 уровней нужно собрать награды, сундучные билеты, 4000 золота. Обычные сундуки и только не... Подожди, ну-ка, и... Зачем я покупал курицу, если мне дали бесплатно? Ладно, есть редкий сундук, большой тоже, все собираем. Игра реально офигенная. В ней есть сундуки, есть не куча. Интересно, подожди, неужели... я понял, курицу апнули. А Ниту не апнули? Ниту еще хочу на третий уровень. Короче, ребята, у нас впереди куча всего нужно прокачивать. Давайте мега-воинов соберем. Здесь есть тоже бравл-пассы. Только это называется не бравл-пассы, а сквад-пассы. И здесь также есть в магазине золото. Здесь есть подарки. И, кстати, если вам нужны золото, если вам нужны какие-то акции, это все продается в официальном магазине Robzi Shop по ссылочке в описании. Безопасно, выгодно и, конечно же, ребята, надежно. Фух! Смотрите, что у нас есть. У нас есть бесплатный сундучный билет. У нас есть варвары. Посмотрите, сколько всяких крутых штук, ребята. Короче, вот эта акция, где дается 100 варваров. То есть вы можете, грубо говоря, купить, и у вас сразу будет варвар третьего уровня. На старте это такая жесть. Но у меня уже варвар третьего уровня, поэтому я не буду покупать себе эту акцию. Мне и так достаточно. У меня уже 57 уровень отряда. То есть мне еще нужно буквально 3 уровня. И у меня откроется новый мир, где я смогу получить трех последних героев. Это гора или гора. Я не знаю, как правильно. Это Пенни. И это, ребята, смотрите, кто. Танк. Редкий танк. Подожди, а кто из них здесь... А, то есть здесь нет эпических, здесь есть, короче, такие персонажи. Кстати, заметьте, что в игре есть обычные, здесь есть редкие и эпические. Мифических и легендарных здесь еще до сих пор нет. То есть понимаете, насколько игра будет развиваться. Короче, сейчас с вами сыграем несколько каточек. Посмотрим, у нас есть ли ключи слияния на всякий случай, чтобы выигрывать эпические, обычные. Поехали, ребята. Битва жесткая. Я очень рад, что именно завтра. И да, завтра тоже будет серия. Ух ты, ё-моё, на старте будет слияние. И интересно. Если мне дадут сразу эпика, это будет очень круто. И эпика не дали. Меняем. Ладно, у нас пускай будет сразу бо. Вот такой вот красивый, модный, стильный. Так, а вот это мне не нужно. Вот это мне нужно сейчас золотишечко. Мне нужно побольше золота. Нифига, босс стреляет. Давай. Очень-очень нехорошо, что нам на старте не дали. Так, давайте варваров пособираем, потому что нам нужны ближники. Для того, чтобы защищаться обязательно. Поехали. Я буду стараться комментировать, но, ребята, комментировать и сразу сражаться — это плохо. Так, у меня варвар прокачанный, поэтому он сразу становится довольно-таки сильным пацаном. Так, нужно 10 золотишечка. Так, 10 золотишечка есть. Кого? Еще одного варвара. Сразу забустили. Барбариан! Давай, кого берем? А, давайте возьмем себе редкого. Всадника на кабане, чтобы бегать быстрее. Так. Смотрите, пацаны там жесткие. У нас скоро будет сундук слияния. Я себе обязательно его возьму.
Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо насыпало. А кого? Давайте, ладно, у нас варвары есть, пускай будут варвары. Пускай будут варвары. Так, ключ слияния сразу бахаем. Потому что здесь, ребята, игроки жесткие. Можно мне какого-то эпика? Сразу, ребята, апгрейджену пэмку. Так, убегаем. Кайдзу мне сейчас вообще сражаться против Кайдзу не сильно хочется, потому что мы не такие уж и сильные. Хотя, тихонько меня долбанули, малеха. Так, в принципе, блин, замените варвара. Так, опять Кайдзу. Да отстань ты, блин. Так, он стоит на хиле пэмки, поэтому можно, в принципе, его сейчас развалить. Смотри, пока хилочка пэмки стоит, нам вообще нашей армии нифига не угрожает. Стоять сюда, собрали чиназис. Так, бесплатно ключ выбили. Давайте бо. Блин, слушайте, первое место. Пока что первое место, все хорошо, да, с вами. Так, пушечку вынесем. Нефиг здесь пушки свои расставлять. Я на центре карты, кстати, заметили, сражаюсь. Так, сюда сундучок. Варвар апгрейдили. Нужно было еще бо апгрейдить. Так, битва. Ну, опа, минус. Так, давай. Кто побеждает? Вроде бы я. Так, хорошо, рубанули. Побеждаем. Он сражается со мной. Это была фатальная ошибка. У него здесь два варвара. Тормози. Так, давай. Его пытаются убить. Он пытается откинуться. Тихо. Так, выбывает. Хорошо. Мы только что выбили кого-то. Мы только что выбили пацана. Правда, потеряли очень большую часть своей армии. И у нас проблемка. У нас проблемка намечается. Так, подожди. Бесплатный сундук. Да, открывайте бесплатный сундук. Так, давайте быстрого кабанчика, чтобы мы могли убегать, если что. Смотрите, у нас есть бомба, в принципе. А, мы не можем ее здесь использовать. Так, давайте вот сюда бросим. А, колдуна... Я не того взял. Так, хорошо, бомбочку еще использовали. Так, наваливаем. О, убежал пацан, убежал от нас, не захотел сражаться. 25 монет нужно. Так, 58. Я пока не проигрываю, но у меня и армии сильно нет, потому что нас немножечко подкосили, ребята. Ну, так, хорошо, включаем ярость. Хорошо, минусанули пацанчика. 25 монет нужно. Где боссы? Где боссы? Подожди, мне нужно сундук слияния. О, вот боссик. Так, Final Strange. Давайте, разбивайте этого пацана. А, ключ слияния. Быстрее. Давайте. Сразу ведьма. Пошли скелеты. Еще одна ведьма. Хорошо. Второе место. Ну ладно, неплохо. Так, бросаем скелетов. Забираемся на мид. Еще одну ведьму. Хорошо. Так, давайте скелеты. Давайте скелеты. Скелеты рулят. Первое место. Так, 50 монет у нас нет. Нужно нападать на кого-то. Так, мои скелеты здесь просто всю карту зафигачили. Так, подожди. Монетки сюда дайте мне. Так. Final Strange. Кайдзю. Это плохо. Плохо. Мы можем, в принципе, с ним разобраться. У нас довольно сильная армия. А вот это плохо, что он сейчас вмешался. Пошли нафиг. Пошел нафиг отсюда. Так, ты пытался меня убить? Я тебя сам сейчас убью. Так, тормози. Должна... Так, давай. Заруба. Отходим. Ведьму берем, хилимся. Давайте скелеты. Третье место. Давай. Скелет, собираем. Какое место? Я же был на первом. Ах, вы ж... Слишком много я участвовал в боях, ребята. Там немножко гемов потерял, Но я люблю сражаться, я не люблю бегать. Можно, в принципе, бегать постоянно по кустам и собирать топ-1, но можно, ребята, и сражаться. Мне нужно еще прокачивать себе аккаунт. Так, отряд у нас тут апнулся. Только не говорите, что он тоже третьего уровня. Пожалуйста. Нет, не хватает у нас. Только 7 из 10 обычных торговцев. Я, кстати, мало редко его использую. А не надо было такого делать. Книгу. Забирали мини-робота. У нас еще есть билеты. Кстати, здесь я коплю, ребята, себе на самые дорогие украшения. Вот дешевые я не хочу. Я поставил для прикола. Дальше будем ставить самые дорогие. Давайте нормальную карточку. Пятое место занял. Я хочу топ-1. Да блин, опять двойная карта. Гигантские деревья и конкурс пинят. Я понял. Будем лупасить пинят. Хорошо. И деревья. И кто у нас есть в начале? Вообще неинтересно. Давайте Мортиса. Ладно, давайте пофиг. Пускай Мортис. Мортис вроде бы ничего так у нас фармит. Вначале прям мне нравится. Слушайте, мне дали Мортиса в начале. Давайте возьмем себе Ниту. Отлично. Нита с медведем. По идее, должна фармить прям на ура. Так, Мортис вызывает скелетиков. Давайте еще у нас есть дополнительно. Кольта берем, потому что пиньятки нужно фармить как можно быстрее. Кольта, скелетиков, все пиньятки. Давай. Вот эту пиньятку тоже мы забираем. Открываем себе вот это. Ярость кольта бафаем. Мне бы, конечно, другие побафать бы, ребят. Так, давай, вот здесь становимся. У нас все хорошо. Минус пиньята, минус гоблин. Большой гоблин фиолетовый. Так, плюс 15 золотишечка у нас есть. Эль Прима возьмем себе. Чисто для того, чтобы танчить. Потому что если нет танков, это прям плохо. Так, мы забустились.
Так, давай, давай. Можно, в принципе, посражаться с этим типом. Но он, видите, шустрый, шустрый, хитрый, хитрый гад. Хитрый гадина. Так, заменить и взять Эльприма обязательно. Так, я думаю, что можно, в принципе, идти на мид. Пытаться как-то... Давайте возьмем себе ключ слияния. Сейчас возьмем себе бесплатного какого-то офигенного типа. Меняем, берем себе Мортиса. Отлично. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. Кто-то выбывает. Кого-то выбили. Так, давайте обойдем дракончика, чтобы не получить люлей. Так, у нас 30 золота должно сейчас накопиться. 32. Прекрасно. Так, там деревья. Деревья, деревья бесогонят. Ниту, ниту. Собираем пушку. А я могу, в принципе, дерево зафармить, да? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, братишечка, стой, стой, стой. Тихо-т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 ихо. Не-не-не-не. Хорошо, выбивает, выбывает. Еще одного выбили. Прекрасно, у нас есть бесплатный ключ, по идее. Так, сюда пушечку. Эльприма апается. Давай-давай, Эльприма, фигачь этого гада. Давай, не-не-не-не, не крутись, не крутись, не крутись. Не, третье место. Слушайте, я не знаю, я очень жестко сражаюсь, и у нас до сих пор третье место. Так, есть кольт. Прекрасно, объединение кольта. То есть все становится дешевле. Есть пиньята. Есть два жестких дерева, куда мы кинем сейчас бомбы. И одно из них уже зафигачили. О, дружище, так, давай. Мне с тобой сейчас сражаться не очень хочется. Я должен занять топ-1. Что можно забрать себе? Сундучок. Динамайка возьмем, у меня динамайк, в принципе, третьего уровня. Недавно заапал себе хорошенечко его. Так, с дерева можно зарубиться. А можно зарубиться с этими пацанами, которые здесь тоже с деревом пытаются сражаться. Так, пошел нафиг отсюда. Пошел нафиг, это мое дерево. Так, давай, 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 давай. Пошел в баню. Вот собака сутулая. Взял и забрал у меня, короче, кучу всего. Так, у меня есть бесплатный ключ. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Отходим, 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 отходим. Сундучок. У меня 43 багеты. Второе место. Так, мне бы ПМ-очку, если честно. Так, давайте, бросим бомбу сюда. Пофиг, я должен зафармить дерево. Больше золотых. 62. Так, пошли в баню. Что мы делаем? Король Роял. Отлично. Отлично, отлично. Собираем монетки. Получили люлей. Собираем кучу всего. Второе место. Тормози, тормози, братиш. Я должен сильнее быть. Я должен сильнее. Хорошо, прекрасно. Ой-о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 й. Я чувака там просто вынес только что. Так, Мортиса. Вот этот почти очень сильно пробитый. Так, так, еще забрали гемов. Так, какое? Второе место. Так, отходим, отходим, отходим. Здесь сильный чувак. Да боже, бегайте быстрее. Так, давай, давай. На нафиг. Получили первое место. Я снова на первом месте. Ключ слияния 20 секунд. Давай, 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 давай. Лучше, лучше стать сильнее. Король Роял на максималках. Давай, 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 давай. Давай нафиг. Руби, 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 пацану. Так, отходим. Первое место забираем. Давай, нападай, 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 нападай. Нет, 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 349 гемов. Так, можно отойти, в принципе. Можно отойти, в принципе, я топ-1, меня не перебить. Так, вот этого. Вот она победка, ребят. Нормально собрали. Так, сколько гемасиков мы? 353 гема. Вот теперь я понимаю, топ-1 красивая. Давай сюда. И сколько нам еще бонусом насыпало? Во-во-во-во-во, давай-давай-давай. Да почему не эпический? Серьезно. 7 эльпримиков, ну 7 эльпримиков мало. Квесты недели забираем. Забираем вот эти призы. Сколько насыпают, ребята, я вам говорю, прям по кайфу. Так, отряд. Кто у нас? Эльпримчик апается. Давай сюда. Еще плюс один классический эльпримчик у нас достается нам. Кристальный пропуск. Ключи мне нужны. И редкий сундук. Супер большой. Ой, хорошо. Хорошо. 9 би. О, по идее мы сейчас би апнем себе. Стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Сколько у нас осталось до того? Капец. Одной био не хватает. Подожди, может био есть в магазине? Пожалуйста, дайте мне био в магазине. И обновить акции. Дайте био в магазин. Вы серьезно? Подожди, а это кто? Это что такое? Получить мегавоинов, мегавоины. Волшебная Шелли? Нифига себе, победить врагов 3, чтобы выпустить волшебный залп. Я такого не помню. Я такого вообще не помню, что была волшебная Шелли. Это новый мегавоин. Раньше у нас была только курица и эльтигра. Ну да. У нас еще и волшебная Шелли появилась. А? Офигеть. Ладно, друзья, я думаю, на этом заканчиваем. Ждем завтрашнего дня. Я должен слить потом все свои еще билеты. Я, наверное, докуплю билетов, еще пофармлю. Ждем официальный мировой релиз Squad Busters. Играем, наслаждаемся. Всех люблю, всем удачи. Покедова.